началось 100 лет назад. Тогда впервые власти запретили Набокова. Позже была создана спецкомиссия, которая отслеживала тенденции современного искусства и его влияние на общественное сознание. Год за годом писались новые законы, и в 2041 году цензура достигла своего апогея. Кино исчезло с экранов страны, превратившись в ролики военно-патриотического и религиозного воспитания. Они переписывали книги, которые не отвечали кодексу счастья, а многие просто сжигали. Доживал свой век и театр. В 2068 году свою последнюю роль сыграла женщина в театре «Да». Она вошла в историю тем, что расплакалась прямо на сцене, играя роль Джульетты, невзирая на закон о пропаганде упадничества. Да упокоится душа ее. Бросился волк на бабушку и разом поглотил ее. Поглотил, то есть съел, сожрал, понимаешь? Волк не прятал ее под кровать, он ее сожрал. Это оригинал Шарля Перро. Кто кого поглотил? Вот, оригинал, посмотри. Шапочка, волк съел. Бабушка, что? Дровосики, топоры. Что это, Костя, откуда это у тебя? Моя бабушка сохранила это. 40-е, во время рейдов. Это чудом уцелевший экземпляр. Ты понимаешь, какая ценность у нас в руках? Что это, папирус? Это кошмар. Это точно. То, что мы делаем кошмар, мы говорим неправду. Мы фантазируем, Костя. Какой фантазируем? Перед тобой оригинальный текст. Вот, посмотри. Костя, этот оригинал – это последнее, что ты увидишь в своей жизни, если не успокоишься прямо сейчас. Да мне наплевать на все эти законы. Посмотри. Посмотри сюда. Вот. Вот. Волк прыгнул на красную шапочку и разом поглотил ее. Ты понимаешь, что это можно играть? Это суть сказки. Понимаешь, эта подлинность должна быть во всем. Мы должны бросить это в зал. А что ты предлагаешь? Мы поставим оригинал. Да как ты не понимаешь, Миша? Если они переписали детскую сказку, то, может быть, шекспировский Гамлет на самом деле погиб или его убили. Может быть, Каренина вовсе не возвращалась к мужу, а Джульетта не вышла замуж за Ромео. А Раскольников за кого старуху? Мы поставим оригинал. Костя, это самоубийство. Я понимаю твое рвение и разделяю его. Но тут как минимум 2 статьи. Пропаганда насилия и жестокое обращение с животными. Ну не зря же культура вытесняла режиссеров 21 века, которые ставили Достоевского, Чехова, Толстого. Они убивали мораль своими постановками. Наконец-то мы излечились от этого потока негатива, от этой грязи и смертей. Пойми, они культивировали самые низкие человеческие качества, что в литературе, что на сцене. Шаг назад, Кость. Что прикажешь делать дальше? Вернуть кинематограф? Дерни за веревочку, двери откроются. В никуда. Нет. Не верю. Так, все готово. Свет выключила. Зал полный. Холодно, правда. Спектакль надо начинать. Вот оно. Вот отношения. Что? Зрители уже ждут. Фэнни, ты должна играть красную шапочку. Что? Это есть твоя революция? Женщина-актриса опять? Ты совсем рехнулся? Константин Сергеевич. Очнись, Костя. Что, если тебе это специально подбросили, чтобы снова закрыть наш театр? Не хватило тогда 4 недель исправительных работ за то, что Белоснежка обняла гнома? Твою мать, она просто поблагодарила его! Осторожно. Высокий уровень агрессии. Станиславский Константин Сергеевич, ID 187-4312, штрафный номер 059. Прошу прощения, больше не повторится. ID 28-07-1986, Чехов Михаил Сергеевич. 1850-241, Ранецкая Фаина Георгиевна. Костя, я больше в этом не участвую. Я не хочу в тюрьму, мы и так на ладан дышим. Да уж. Сыграть в плохом спектакле все равно, что плюнуть в вечность. То есть ты считаешь, что мы 4 года плевали в вечность? Голубчик мой, я пожила со многими подвальными театрами. И все равно не получила удовольствия. Понятно, мысль моя неглубокая. Ты тут смелая, а на сцену выйти духа не хватит. Миша, люби искусство в себе, а не себя в искусстве. Так время все. Пусть это будет последнее, что мы сыграем, но мы будем знать, что мы были первыми и сказали правду.
Если суждено умереть, то пусть мы умрем на сцене. Все искусство состоит в исследовании истины. И вот она. У нас в руках. Вот, оригинал. Я его наизусть знаю. На 6 лет тянет. Плюем вечность, говоришь. Волк, значит. Не надо. Так, волк. А бабушка? Как обычно. Да. Все, пошла. В поиске истины виноваты двое. А знаешь, раз уж что-то пошло, какое все-таки мы дерьмо играли до этого, аж скулы сходят. Ты уж не обижайся. Говорите.